Всем ку, ребят. Шестая часть. Давайте продолжать. Сейчас мы только с вами сохранимся. Возьмем вот эти вот патрошки, потому что в прошлой серии мы их всех потратили. У нас больше нечем стрелять. Пока я там тупил с этой дверкой. Так что надеюсь, в этой части мы не будем с вами так тупить жестко. А если будем, то немножко. Согласны? Так, 75 патрошков должно хватить, да? Только я так и не понял, что нужно делать. Глава 9. Ёб твою. Падла, я тебя забараню и руками. Буду я с тобой вот это вот сюськаться. Все, отстаньте. Пожалуйста, отстаньте. Ладно, иди сюда. Иди сюда, эти. Ага. Ля, сколько их здесь. Ага. Все? Желающие закончены? Нужно делать? Ага, нужно вот сюда. А сюда это куда? А дай мне патрушков, пожалуйста, чуть-чуть, игра. В рукопашку, конечно, прикольно это все делать, но хотелось бы их отстреливать. Да, развели. Развели, развели. Так, патрошки, патрошки, патрошки. Есть. Туда, вот сюда. Ну да. Как обычно, ля-ля-ля-ля. Да сколько тебе нужно, алло? Ля, оно разбирается на части, видели? Ля, ты... Еще не все, да? Наконец-то. Вот знаете, что я не могу понять вот это в этой игре? Вот у нас есть костюм, с помощью которого мы можем с вами летать в космосе. Неужели нельзя разбить окно и полететь в... Ёб твою... И полететь в космос. Ой. Ага. Неужели реально мы не можем вот так открыть окошко и улететь в космос и добраться до нужного места? Зачем все усложнять? Зачем проходить это все вот таким вот образом? Кто мне ответит? Поехали, пожалуйста. Так, вот сейчас туда на меня нападать будут. Так, уходим. Не-не-не, все-все-все. Почему я решил лететь на Ишимуру? Ты сказал, что я буду сожалеть, если упущу этот шанс. Сожалеть до конца жизни. Ты как будто хотел от меня избавиться. Да не хотел от тебя избавиться, успокойся, женщина. Ага. То есть то, что я тебя заморозил, тебе все равно, да? Тебе, в принципе, все равно. Угу, да, тебе все равно, я смотрю. Ладно, ладно. Забираем чип.
Блин, некоторые... И тогда ты получил мою... Да помолчи ты! Ты ведь не смог досмотреть ее до конца, правда? Ты ведь знал, что произошло, но все равно полетел искать меня. В глубине души ты знал, что найдешь лишь смерть. И шо? В некоторые моменты игра начинает тебя больше раздражать, чем пугать. Особенно, когда у тебя нету патронов, и они на тебя все бегут. Так, ты кто? Что мне здесь нужно сделать? Погоди. Погоди. Нужно куда-то эту штуку вставить, да? Да, есть. А. А не, погоди. Вроде бы все правильно. Нужно сюда. Надо было вставлять, да? Или нет? Ага, да, есть. Отлично. Вот. Все. Шикарно, мы справились. Ну вот, транспорт на месте. Встречаемся у платформы. Уже выходим. Строк, вставай. Мы уже пошли. Ёб твою. Падла. Падла, бесишь меня. Вообще нету. Транспорт, поехали. Давай, ребят, уезжаем отсюда. И зачем ты искал меня, Айзек, если знал, что я мертва? Неужели надеялся на прощение? Уйди из моей головы. Ты не Николь. Кто же я, Айзек? А, это свои. Ого, вот это у тебя пуся. А вы зайти не хотите? Давай. И поехали отсюда. Он смотрит на меня, Айзек. Смотрит Сброс. Через дыру. Слушай мой голос. Не смотри спокойно, на меня, спокойно. Айзек, нам надо убираться отсюда. Верно. Проваливаем. Что-то мне кажется, все просто так не будет, ребята. Сейчас нам нужно будет опять либо сражаться, либо еще что-то делать. Сомневаюсь, что у нас получится просто улететь отсюда. О, господи. Не может быть. Это же Ишимура. Ага. Бывшая гордость Сиси. Печальная история. Говорят, все, кто были на борту, погибли. Какая-то атака террористов. Что? Атака террористов? Никакая это была не атака террористов. О чем это ты? Там все это и началось, Элли. Там было то же самое, что происходит здесь сейчас. И я видел все это. Я был там когда... Эй, что происходит? Я не знаю, что ты перекрыла пути. Сидите здесь, я проверю. Да ты издеваешься, вот тебе больше всех надо, скажи, пожалуйста, вот реально, тебе больше всех надо проверять. Пусть Шизик идет. Реально, пусть идет Шизик. А что, я не прав? Давай, сохраняться. Не, если бы у меня было там бы 700 патронов и аптечки, я, к примеру, пошел бы спокойно. Мне несложно.
Ну, когда у тебя вообще ничего нету. Это что такое? А, это эти штуки. Понял. Ля как. Ля какой. Есть. Хорошо. Отлично. И что? А, это все. С помощью которой нужно будет стрелять, да? Все, у меня больше нету патрошков. Еб твою. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Ага. Ага, 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 ага. Понял. Понял. Всем спокойной ночи. У меня тупо нет патронов. Что я им могу сделать? Скажите, пожалуйста. Вот просто их нет у меня. От слова забей. А мне нужно куда-то пробежать. Вот сюда. Ну почему? Ну как мне с ними сражаться, ну если у меня патронов нет? Ну скажите, пожалуйста, ну разработчики, ну не издевайтесь. Ну каким образом мне это делать? М? Каким образом мне это делать? Где ты, придурок? Ну давай, иди к дяде. Иди, дядя добрый. Ой, от этого надо бежать. Этого нужно бежать. Отстань от дяди, отстань. Отстань, пожалуйста. Хорошо. У меня один патрошек остался. Блин, я не те кнопки нажимаю, чтобы поднимать, понимаешь? Они до такой степени меня уже достали, что я уже не те кнопки нажимаю. Тихонечко. Тихонечко. Где ты? Ой, божечки, гребаный бред. Ну какой же бред это все? Ну как мне его пройти, если он меня с одного удара выносит?
Как мне его пройти, если он меня с одного удара выносит? Скажите, пожалуйста. Мне кто-то скажет. Во, начинается. Есть, хорошо. Падла. Да, на побачення. Да. Потрошков. Божечки ты мой. А у меня ХП, вы видите, вообще маленькая часть осталась. Что у меня есть? Что у меня есть, чего у меня нету? Ну, где вы? Где вы, дебилы? Стоять, бояться. Ты издеваешься? Ты реально, да, наверное, издеваешься? Ну хватит, ну пожалуйста. Реально хватит. Так, что она там делать будет? Все, уходим. Уходим. Ага. Сколько еще таких штук будет? Есть. Ага. Почти попал. Стой. Ну все, у меня по нулям все. У меня нету оружия. Тупо нету оружия, нету ни оружия, ни аптечки, вообще ничего нету. А и тут даже, да, ничего не хочет делать. Ну все, я чисто пуст. А не, есть еще одна штука. Есть еще одна штучка. Попробуем заморозить.
Угу. Мы дальше не пройдем. Реально дальше не пройдем. Вы сами видите, что здесь происходит. Все. Ну, если чисто фартанет. Если чисто фартанет. Нет, не фартануло. Ребят, нету. Все. Я не знаю. У меня вообще нету патронов. Я здесь никаким образом не пройду. Можно было бы их вручную, конечно, убивать, но вы сами видите. Их сильно много. Их сильно много. Я, честно, вообще без понятия, что делать. Вообще без понятия, что мне делать тут. Отлично. Отлично. Давай попробуем опять сюда пройти же. Ну да. Все, до побачення, да? Отстань, пожалуйста. Отстань, пожалуйста. У меня есть. Ты кто? Ты кто? Хорошо. Бля, ты крыса. Где ты? Давай, 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 давай. И давай ты иди сюда. Ну, где ты? Герой. Божечки, ты нападать будешь, не будешь? Или ты бегать от меня будешь? Ты можешь остановиться? Есть, да? Хорошо. Хорошо, хорошо. Давай попробуем сделать вот так. Неужели я прошел?
Таки справился. Я реально думал, не пройду. Жесть. Ну да. Не успел пройти одного монстра. Тут еще куча разных других, да? Епта. Так, где тут еще? Ага, вон наверху. Нам направо. Ну да. Как без этих таких вот типов? Надеюсь, у нас с вами есть куча всего. Погоди, кто-то топает. Ага, это, наверное, не у нас, да, тут? Так, что это? Редкая деталь может быть продана за кредиты в магазине. Блин, все, 37 тысяч. Давай покупать себе, во-первых, аптечек. Да, это что такое? Вот, импульсные заряды, заряд импульсной винтовки. Давай закупаем. Будем с винтовкой бегать. Не знаю, сколько штучек. Да. Давай эту. Давай. Не. Где эта штука? Магазин для плазменного резака. Вот эта вот штука, да? Все. По идее, 10 штук. Во, ребят, 450. Вот это я поднимаю. Вот это мы сейчас с вами тут раздадим пиздюлей всем монстрам. Согласны? Все, вот это я понимаю, да, хорошо. Поехали. Ты кто? Элли, тут здоровенное щупальце блокирует транспортный люк. Оно обвилось вокруг огромной цистерны. Огромная цистерна? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Так, замечательно. Все, шикарно. Нам же так нужно делать, да? Правильно я понимаю, либо неправильно. Походу нет. Хотя других вариантов я здесь вообще не вижу. Так, тихонечко. Ау. Ауч. Взлететь могу? Нет, взлететь не могу. А-а-а. Вот она еще, все гораздо проще. Работала, мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно, я вас вижу. Сейчас подойду. Угу. Что-то мне кажется, сейчас здесь на меня бабайки будут нападать. Эй, приготовься, еще одна. Что? Ты рехнулся? Вон ту, в самом центре? Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Именно. Скажи Строссу, чтобы держался. Шоу начинается. Ну да. Как неожиданно и приятно. Сейчас тут все разлетится на куски. Поднимайся скорее. Поднимаюсь. Куда? Куда? Бегу. Бегу, честно, бегу.
Куда бежать? А, понял. Понял, бегу, 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 моя хорошая, бегу, моя родная. Давай, 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 давай. Побежали. А что так? Что не так? А что не так, ребят? Дали, тут здоровенное щупальце блокирует транспортный люк. Оно обвилось вокруг огромной цистерны. Что не так? Трехлористая зона. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Сработало. Мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно. Давай. Сейчас подойду. Так, давайте сразу же побегим вот сюда. Элли, приготовься еще одна. Что? Ты рехнулся? Вон ту, в самом центре? Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Именно. Скажи Стросу, чтобы держался. Шоу начинается. Ёпё. Все. Сейчас тут все разлетится на куски. Поднимайся скорее. Поднимаюсь. Не кричи на меня, женщина, поднимаюсь. Поднимаюсь, все, бегу. Я бы оценил вашу настойчивость, мистер Кларк. Но есть вещи куда важнее вашей жизни и жизни всех остальных на этой станции. Сэр, подготовка к эвакуации завершена. Похоже, это все. Боюсь, отныне вы мертвый груз. Айзек, что он имел в виду? Почему он сказал мертвый груз? Он использует луч солнечного кластера. Тормози! Сейчас же! Черт! Он разрезал станцию пополам. Впереди уже нет рельс. Возвращаемся. Возвращаемся к станции. Что? Зачем? Элли, сделай, как я прошу. Ишимура, если его гравизахваты еще работают, я смогу. Зацепить рельсы и подтянуть их к нам? Это же бред, Айзек. Если получится выставить рельсы в одну линию, хоть на пару секунд, вы перепрыгнете через разрыв. Жди сигнала и присматривай за Стросом. Айзек, нет. Это идиотский план. Привыкай. У меня полно идиотских планов. Согласен. Это идиотский план, и в нем я участвовать не хочу. Можно ли мне сохраниться? Я так понял, что нет, да? Так, поехали. Блин, игра, можно в конце уже без монстров? Хочется просто пройти ее спокойно до конца. Чтобы это была уже финальная серия. Или в любом случае монстры будут. Так, я так понимаю, нам нужно что-то торопиться, правильно? Ну да, походу нужно торопиться. Элли, я внутри. На мостике должен быть компьютер. Попробую проверить состояние корабля с него. Ты там как? Судя по голосу, ты нервничаешь. Последний раз, когда я был тут, дела были плохи. Я с тобой свяжусь. Так, ничего не вижу. Кто это? Дай, это мне надо. Ага, вот мы можем сохраниться. По-любому сохраняемся. И
побежали дальше. Ну да. А так же просто нам не пройти, да? Нужно все усложнять. Так, а теперь куда? Еб твою. Все, понял, ухожу. Так, погоди. Нам назад. Открыто. Не, стой. Мы что, назад возвращаемся? Непонятно. Жизнеобеспечение на резервном питании. Все основные системы отключены. Главная центрифуга отключена для ремонта. Черт, так я и думал. Что? Гравитационная центрифуга на ремонте. Придется спуститься в машинное отделение. Будет интересно. Это безопасно? Понятия не имею. Узнаю, скажу. Погоди. Тут даже где-то верстак есть. Нет, женщина, не помню, я в первую часть не играл, так что на меня это не подействует. Так что со мной это не сработает. Так, о, верстак. Давай, наверное, костюм все-таки улучшай, да? У нас три штуки есть. Что это, урон? Здоровье, да. Все, есть. Хорошо. Здоровье нам, я думаю, пригодится. Сохраниться здесь можем? Увы и ах, нет, да? Ладно. Надеюсь, мы сможем с вами прийти без сохранения. Мы же правильно с вами идем? Чё-то давно тут монстров не было, заметили? Вот как-то странно это все. Наверное, сейчас в конце будет сотня тысяч. Ага, вот и сохранение. Реально, как-то подозрительно, а монстров вообще нету. Блин, а никто не видел? Мы магазин случайно не пропустили с вами? Чтобы скупиться. Мы же правильно идем? Да. Чтобы еще патрошков закупить. Так, побежали. Но единственный путь сюда ведет. Давайте по нему и двигаться. Знаете, что плохо? То, что фонарика здесь нету. Как такового, еб твою. Здесь фонарика нету, приходится светить постоянно. Так, я уверен, сейчас еще кто-то будет, да? Ну да. Как говорится, как неожиданно,
И приятно. Ну да, я немножко занят, женщина. Ни хера не вижу. Кто-то что-то видит? Я лично ни хера не вижу. Ага, нам сюда, да? Так, отлично, взламываем. Надеюсь, мы сейчас свет с вами включим. Ёб твою, это что такое? Я сквозь текстуры провалился. Нормально, вообще нормально. Вообще нормально. Спасибо, игра. Я с радостью это все перепройду заново. Так. Давай с этой стороны подойдем. Я сейчас буду орать, если мы сейчас опять с вами сквозь текстуру упадем. Не, не упали. Интересненько, интересненько. Короче, Элли, это совсем не безопасно. Но я иду к центрифуге. Будь осторожен. Я сообщу, как запущу ее. Мое второе имя — осторожность. Ты чего? Так, до сюда. Внимание! Процедура очистки и деконтаминации машинного отделения не завершена. Уверена? Я бы с тобой тут бы поспорил бы. Так, ага, меня тут продать не Маша, да? Только можем купить, наверное, вот эти вот штуки. Бум-бум. Хорошо, отлично. Закупили еще на автомат. Есть, шикарно. Все, дальше куда нам? Угу. Ты кто? Либо потрошки, либо денежка была. Все, поехали. Жесть, посмотри на мой костюм. Весь в этой, как бы так бы сказать бы, субстанции этих монстров. Так, 400 патрошков. Хорошо. Окей, и сразу туда. Монстры будут, не будут. Начинается деконтаминация. Ну понятно. Начинается деконтаминация. Сейчас начнется, да? Сейчас эти штуки на меня прыгать будут, я уверен. Быстрее, пожалуйста. Деконтаминация завершена. Спасибо. Давай, фристайло, ракамакафо. Блин, могли бы костюм бы мне помыть бы, согласны? Не-не-не, куда ты?
Могли бы заодно и помыть бы мне костюм бы. Ля, плюется в дядю. Тебе не стыдно? Ты же девочкой плюешься. Ёб твою. Знаешь, когда у тебя 500 патрушков, я просто... просто кайфую от этого. Нам в эту сторону. Реально, просто кайфую. Все-все-все. Все, баиньки-баиньки. Вот так, молодец. Молодец, зайчик. Отдыхай. Угу. Раз тут сохранение, знаешь, там дальше будет мега-супер-пупер-босс, наверное. Давайте посмотрим. Зона невесомости. Ну да. И что нужно? Ага, нужно выйти. Побежали, побежали. Угу. Но перед тем, как бежать, нужно вот эту вот штуку назад вернуть, да? Угу, все эти штуки назад вернуть надо. Так, полетели. Шикарно. Еще одна где-то должна быть. Вот и еда. И дай угадай, наверное, сейчас бабайкой нападет. Все? Мы молодцы, мы справились, либо нет. Ага, еще одной штуки не хватает. А где она? Вот она. Вот она, вот она. Давай. Блин, как же медленно в этом режиме он передвигается. Все, отлично. Отлично, шикарно. Ёб твою. Это что такое? Я думал, уже какой-то хер на нас бежит. Ну? Ну, включись, пожалуйста. Что нужно? Не? Назад возвращаться. Я думал, как обычно нужно. Погоди. Сюда ж? Или нет? Ну да. Думал, нужно будет как обычно что-то там нажимать, тыркать, клацать. Ёб твою. Ага, это белочка. Понял, но белочка не страшна. Бля, ты быстрый какой. Погоди. Назад бегим. Элли, я запустил центрифугу. Нет. Возвращайся обратно к транспортной станции. Хорошо, я почти отсоединилась от рельса. Держи меня в курсе.
что там неправда. Начинается деконтаминация. Ой, начинается. Ага. Ну да. Как обычно начинается. Во-во-во-во-во-во, гля. Шо ты, придурок? Ага, то есть ты можешь разбить окошко, я окошко разбить не могу, да? Ну да, логично. Все логично. Ты своей лысой башкой это делаешь, а я с помощью пули это сделать не могу. Да отстань ты от меня. Голум, голум. А можно чуточку быстрее это делать? Декомпинация завершена. Спасибо, вовремя. Я только чувствую, что эти машины на стороне монстров. Айзек, Строс начинает меня беспокоить. Я бы никогда. Я никогда. Нет, сынок, папочка. Ёб твою. Он не настоящий. Не настоящий. Ты его не видишь, потому что не повторила шаги. Но игла Строс поможет тебе увидеть. Брось отвертку. Шаг три. Строс, Элли. Блять. Согласен. Но у Строса, походу, такие же самые галюны, как и у нас с вами. Ну, точнее, у нашего главного персонажа. Хотя, возможно, среди вас меня и шизики смотрят. Если да, то отпиши мне. Расскажи мне в комментариях. Что тебе говорят голоса? Что не заставляют тебя делать? В комментариях не пиши, вот в комментариях напиши. Бонжур. Донде стала библиотека. Ой, хорошо как. Ага. Это как этот урод меня укусил. Что? Вот дерьмо. Ты там как? Да я в норме. Но он замолчал и не смотрит в мою сторону. Что у тебя? Умоляю, скажи, что наш план сработает. Практически закончил. Сейчас направляюсь на мостик, чтобы активировать грави-захваты. Ясно. Они лезут через дыру на уровне медицинской палубы. Ну хоть там тебе не придется идти. Неожиданное препятствие на пути. Угу. Останавливаемся. Добро пожаловать на медицинскую палубу. Черт. Кто бы мог подумать, ребят, что нам придется идти медицинская палуба и Шимуры, Айзек. Туда, там где будет монстры. Последние часы. Испуганная, замерзшая, одна. Заходи, Айзек. Не стесняйся. Ёб твою. Жесть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это я понимаю, это комнатка. Если мою комнату под ультрафиолетом просветить, примерно такое же самое будет. Как говорится, если ты смекаешь, о чем я. Это в каком-то фильме было. Не помню в каком. Так. Да, я угадаю, но в эту, да, сторону. Ага.
Ага. Так, давай открывать. А, в этом Стража Галактики, помните, как вот лорд такой говорит, если эту комнату рейд еще под ультрафиолетом просветить, то такой абстракционизм будет. Да ёб твою. Достали. Достали этого сухожилу. А куда дальше? А, вот дверка. Айзек, это я. Жаль, мы не сможем поговорить лично. Прости меня. Прости за все. Как хочется хоть с кем-нибудь поговорить. Все разваливается на части. Не могу поверить, что это происходит. Странно. Такая мелочь. В конце концов, все сводится к такой мелочи. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Что это было? И что это было, ребятки? Погоди. Угу, наверх. Интересно, мы долго еще? Где твой? Испугали дядю. Мы долго еще будем с вами топать, или мы ж уже к финалу приближаемся? Так, что тут? Ага. Чуть не упал. Хорошо, что краем глаза заметил эту штуку. Ёб твою. Не пугай, дядя. Ты чего? Прекращай, так страшно. Так, а здесь у нас что? Ага. Понятно. Ёб твою. Здорово, братиш, как ты? Нового. А ты не сильно шустрый, не? Походу сильно. Ёб твою. А, у меня все, у меня потрошки закончились. Стой, дай мне вот эту пушку. Дай мне вот эту вот пушку. Хорошо, батарею-то я вытащил, и что дальше? Мне нужно... Так, верстак. Дай посмотреть, что у нас тут есть. Тихо, бегит на нас, бегит. Быстрей, отсоединяйся. Сука.
Хорошо. У нас, по-моему, с вами есть одна штучка изучения, да, мы можем себе сделать. Так, здоровье. Хорошо. А на пулик? Ладно, пока мест нету смысла. Одной маловато будет все равно. Одной все равно будет маловато. Так, ты кто? А куда? Уходим. Понял. Побежали, побежали. Еще раз говорю, я не играл в первую часть, отстанет меня. Еще одна случайная жертва. Или я превратился в одну из этих штук. Они напялили на себя мое окровавленное лицо и бродили по коридорам, выискивая жертвы. Вообще не понимаю, о чем ты. Зона невесомости. Угу. Сейчас мне нужно будет что-то где-то. Ёб твою. Твоя защита слабеет, Айзек. За каждым куском брезента кроются воспоминания. За каждой дверью маршрута мой путь от жизни к смерти. Тебе не сломить меня. Почему ты так настаиваешь, что причина всех твоих кошмаров — это я? Дело ведь не в обелиске, Айзек. Дело в тебе. Да не, конкретно дело в тебе. Сука, куда? Ага, понял, понял, понял. Все, 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 уходи. Уходи, дверь закрой. Задание выполнено, отлично. Задание добавлено. Ёб твою. Так, ну это патрушки, да, на эту штуку. Нужно перезарядить. И взять опять дробовичок. Так, стой. Понял. А мы сможем просто убежать с вами, или мне... Нужно будет воевать, ага. Так, давайте пробежим, посмотрим. Сука. Отстаньте, пожалуйста. Бесишь меня? Понятно. Во-во-во-во-во-во. Торопыга. Все, от всех избавились. Вроде бы да. Только теперь я не могу понять, что нам нужно делать. Ага, понял, вниз. Так. Я фотографую Шлимака. Давай. Сфотографуем Шлимака и пойдем дальше. Элли, я почти у капитанского мостика. Скоро включу захваты. Хорошо. Центрифуга вроде раскрутилась до полной мощности. Отлично. Надеюсь, все сработает. Времени будет в обрез. Ты готова? Готова. Жду сигнала. Вы готовы, дети? Да, капитан. Ну? Что не так? Что не так?
А, нужно просто держать. Понял. Захваты включены. Получилось! Возвращайся скорее, рельсы двигаются! Нет, давайте без меня, я полечу в спасательной капсуле! Давай! Кларк, чертов ты кретин! Эти гравизахваты раздерут всю Луну на части! Кларк! Пора валить. Вообще похер. Куда они там ее... Куда ты бежишь, Айзек? Думаешь, я что-то такое, от чего можно убежать? Да не знаю я. Я не знаю, процедура, кто ты, процедура запуска начата. Отсчет 3, 2, 1. Так, надеюсь, нам не нужно управлять здесь. Элли, у вас получилось? Айзек, мы перескочили, но несемся как бешеные. Я только хочу, чтобы ты увидела то же, что и я, Элли. Клянусь, больно не Строс, будет. Брось отвертку! Строс, нет! Падла, если ты Элли завалил, я ж тебя... Я ж тебя, это самое, я ж тебя ёбну. Опасное сближение. Столкновение. Ой. Система навигации неисправна. Блять. Система навигации отключена. Твою мать. Приготовьтесь к столкновению. Наш главный герой самый большой неудачник, которого я только видел. Вот за что не берется, все, все идет не так, как он хочет. Ишимура изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Но ты подталкивал меня. Но ты подталкивал. Но ты подталкивал. Но ты подталкивал. Но ты подталкивал. Смерти! Так, доброе утро всем. Поехали. Все будет хорошо. Я обещаю. Это совсем не больно. Имеющий уши, да услышит. Строс! Имеющий глаза, да увидит. Строс, черт побери! Падла. Так, погоди, верстак. Не, на верстаке мы, по-моему, ничего не можем делать с вами. Я вроде не поднимал штуки для улучшения, так что давайте просто побегим. Давайте просто побегим. Лучше бы тут бы магазин бы поставили. Реально, лучше там бы магазин бы сделали. О, здорово. Не-не, ребят, все, до побачення. Минус. А что ждать? Чего ты ждешь? А, тебе все еще мало, да? Может, у них аттракцион такой? Чисто как у нас раньше с горочкой кататься. По льду, помните? Уи! Так. Давай менять. Ага. Все, добегался. Добегался. А, это еще не все. Ну что? Ну да. Ну да, открыто сразу стало. Как монстры закончились, так сразу и открыто. Тебя. Зачем ты это сделал, Строс? Я не мог этого вынести. Думал, Элли сможет. Она должна была увидеть. Шаг 3. Что ты не мог вынести? Какой последний шаг? Она. Вот чего все боялись.
что я встречу ее и уничтожу обелиск. Но я не могу. Ты должен помочь. Ты должен увидеть. Шаг три. Да, сейчас помогу, погоди. Сейчас помогу. Ты не переживай. Блин, эти штуки не дают быстро передвигаться. Ой. Так, открыть. Нам же в эту сторону, правильно? Ну да, судя по этим штукам, то да. Хорошо, отлично. Магазин. Давай посмотрим, может... Кредиты есть, да, 11 тысяч, хорошо. Так, вот эти вот. И рюкзак полон, да. Аптечку. А, рюкзак полон, я в принципе не могу это сделать. Ладно, ладно, ладно. А ну, дай посмотрю. Ага, может мы что-то продадим? Что-то лишнее продадим. Ты кто? Заряд силового максимального размера 6. Вот это вот. Давай продадим, это мне не надо. Не, я думаю, пригодится. Так что пошли тем. Так, давай. Сфотографуем Климака и пойдем дальше. Я пердоля, яке быдло. Все. Уходи, дверь закрой. Все, парнишка, успокойся. Успокойся, пожалуйста. Угу, а я не могу это сделать из-за того, что что? Из-за того, что снизу, да, открыть мне нужно. Вон. А как мне это сделать? Все, хорошо. Да сдохни ты, пожалуйста. Я тебя прошу. Так, нам нужно сюда. И вот эту штуку вот нажать, да? Так, давай, топотун. Минус коленка, минус голова. Все, еще не все, да? Вот оно, что придурок ты. На, гол. Отлично. Что? И куда мне это все? И куда мне это все засунуть нужно? Кто мне скажет? Погоди. Что мне делать нужно? Нужно наверх. Это я понял, что мне нужно. Мне нужно наверх. Ага, вот сюда. Понятненько. Ясненько, понятненько, все. Забираем.
Блин, с одной стороны вроде все так просто, а с другой... Давай быстрее это все происходило. Все. Шикарно. Ой. Ну отстаньте от дяди, ну реально, дядя домой хочет, все. Я хочу с вами больше дружить. Козюля. Внимание работникам смены. Помните место нахождения ближайших к вам убежищ. Они могут стать вашим единственным спасением. Так я не понял. Мы сейчас на корабле, мы сейчас на Луне, мы сейчас на Юпитере, Венере. Где мы? Вот где Айзек. Айзек, мы ждали тебя. Теперь твоя очередь. Господи, Элли. Шаг три. Элли. Верни мне мой глаз, скотина. Жесть. Жесть. Все-таки, ребят, она выбрала вилкой в глаз. Элли соврала. Она не хочет помочь. Ну ты, Айзек, ты точно увидишь ее после шага 3. Айзек, он смылся куда-то вниз, в шахты. У меня тут тоже проблемы. Найди, где спрятаться. Попробую. Все, закончились. Ты кто? Перезарядка. Погоди. Мне нужно в эту штуку, да? Ага, а наверное нужно их просто уничтожить. Сделать вот так вот. Я угадал? Не, нихера. Ага, вот так вот нужно сделать. Хорошо, значит нужно наверх поставить. Блин, а я что, зря потратил ту штуку? Правильно я понимаю? А есть еще такие? Да, есть. Отлично. Нужно теперь просто поставить его на эту. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Все, отлично. Поехали. А точнее, полетели. Зарядить. Ну да, знал бы, все бы использовал бы улучшение в костюмы. Потому что не уверен, что нам 160 секунд хватит. Хотя, по идее, должно хватить. Не хватило. Зона нормального давления. Элли, я вернулся. Ты где? И где Строс? Я пока в безопасности, но он спятил. Думаю, он охотится за тобой. Я тут кое-что нашла, тебе стоит взглянуть. Вот координаты. И поспеши, я сейчас не в том состоянии, чтобы отбиваться. Оставайся там. Я мигом. Да, сейчас я попробую взглянуть одним глазком, так сказать, что ты там нашла. Да, ребята. Взглянем одним глазком. Что там нашла наша новая зайка? Я так понимаю, что теперь она будет вместо жены у нас, да?
Так, а давайте просто пробегим, давай. Мы ж можем просто пробежать. Можем. Так, погоди, погоди, нам сюда. Побежали. Сука. Давай, взламываем. Надеюсь, вроде бабаек не будет. Есть. Хорошо. Ты что делаешь? Встретиться с ней. Скажи, что я не хотел. Редвилкой в глаз. Это Айзек. Скажи ей. Строс. Шаг три. Шаг три. О боже. Зачем ты это сделал, Строс? Все, мы справились, мы умнички. Где наша зайка лежит? Нам направо. Так, ты где? Подай знак. Видел, что случилось со Стросом. Это неизбежно, если сопротивляешься. Заткнись! Заткнись ты! Обелиск! Это была ты! Ты заставил его! И ты заставила меня убить его, да? Странно, как ты до сих пор не понял, кто я. Кто же я, Айзек? Я задам тебе этот вопрос еще один последний раз. Будь готов. Мариарти? Мариарти, ты? Все, поехали. Смотрели? Перлока, где он там, Мариарти был такой. Скучали по мне? Скучали? Блин, я по пабу привык, что на месте нельзя стоять. И вот это постоянно туда-сюда хожу. Ёптую. Давайте, наверное, на ближняк. Дробовик возьмем. Вот я думаю, немножечко получше. Кто это строил? Скажите мне, пожалуйста. Кто эти огромные такие строения все сделал? И сколько лет на это ушло? Блин, разработчики, ну не прикольно. Ну одного монстра кинули, второго монстра кинули. Ну может хватит. Или не? Я понял, нет. Ну ладно. Хорошо. У меня все, мало патрушков осталось. Сколько мы с вами едем? Уже минут 15? Это за здание такое? Это как в этом, как в муравейнике, помните? В обители зла в фильме. Там тоже такая самая херня была. Пока спустишься и забудешь, что ты хотел там. Если я тебя отпущу,
У меня ничего не останется. Шаг 4. Принятие. Теперь ты готов покончить с этим. Покончить с этим — это типа скоро финальная серия будет? Или это будет финальная серия? Давайте, наверное, на этом мы сохранимся. В следующей серии уже продолжим. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь. Можем ли мы что-то продать? Как думаете? Не, ничего продать мы не можем, к сожалению. А зато мы можем купить. Зато можем купить с вами. Хорошо. Питум. Ладно, давайте, ребятки, наверное, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Следующая, я уже понимаю, будет просто финальная серия. И мы пройдем эту игрушку. Так что все, всем пока-пока. И до потом.